Всем привет-приветики. Смотрите, наступил у нас март. У вас тоже наступил. На проезжей части уже снег растаял. Вот. Но еще снега валом. Но погодка уже чувствуется такая весенняя. На улице тепло, птицы чирикают. Не знаю, слышно вам или нет. Вот. А мы с вами сейчас пойдем смотреть очередную распаковку алмазной вышивки. Все, идем смотреть. Так, ну давайте приступим к осмотру моей посылочки. Так, распаковываем. Что же мне здесь пришло? Так, квадратные стразики видим. Инструмент. Инструмент хороший, за исключением пинцета. Пинцет этот очень мягкий, и он идет у меня на выброс. Значит, здесь идет белый лоточек, масса для стилуса, две насадочки на стилус на 10 стразиков, на 4 стразика и сам стилус с насадочкой для пальчиков. Все, дальше. Значит, посмотрим квадратные стразики. Так, картина у меня, как всегда, 30 на 40, 35 цветов. Квадратные стразы. Смотрим, какие же здесь у нас стразы по цветам. Так, значит, черный уже радует, что его немного. Видим, да, пакетик? Пакетик черного. Так, коричневые оттеночки, темненькие, светленькие. Какао с молоком. Еще коричневый, темный. Так, посветлее такой вот шоколадный цвет. И совсем светленький коричневый. Есть кирпичный. Так, много коричневых оттеночков. Что же это будет за картина? Так, посмотрим дальше. Есть несколько пакетиков оттеночек желтых оттенков. Так, что вы падаете? Так, желтый какой-то поярче, побледнее. Вот такой вообще ярко-желтый. Так, ну и это уже такой светло-желтый. Даже, я бы сказала, немножко даже как персиковый, что ли. Так, вот 4 оттеночка у нас, да? Так, вот еще я нашла 2 коричневых. Теперь посмотрим такие зеленые оттенки. Значит, вот такое. Болотный. Такой вот темно-болотный. Хаки даже, я бы сказала. Вот такой оттеночек зеленого. И вот такой зеленый, как коричневый, что ли он. Так, зеленый все, да? Дальше. Серые тона. Вот такие вот светло-серые. Потемнее. И такой серо, ну, в синеву уходит. А, вот еще есть серенький. Так, вот это у нас серые оттеночки. Голубые оттеночки. Вот такой голубой, поярче голубой, синий. И вот такой синий цвет. Вот 4 пакетика голубых оттенков. Дальше у нас есть вот такой вот нежненький, как какао с молоком я называю. И пошли вот такие малиновые, бордовые цвета. Красный есть. Ну, их всех понемножку. Так. И, ну, и вот такой еще есть у нас цвет. Такой тоже как типа какао с молоком. Так, ну еще зелененький я пропустила. Вот. Значит, должно быть 35 пакетиков. Сейчас я все пересчитаю. Так, я пересчитала все 35 пакетиков на месте со стразами. Надеюсь, самих стразиков, пакетиков тоже будет достаточное количество. Да, ну и в основном мы видим, да, у нас оттенки много коричневого, серого, немножко голубых, красных тонов, желтеньких и зеленых. И посмотрим, какая же это будет картина. Я вставляю вам картинку, смотрите. Так, посмотрели, да? Это вот такая улица. Так, у кого-то из девочек я на канале уже видела, по-моему, у Мариночки, уже в готовом виде, смотрится очень хорошо, в таком же размере, как и у меня, 30 на 40. Так, намотано, значит, полотно на валик, ну, немножко вот здесь вот помято, ну, я не думаю, что это так там критично, на полотно не повлияет. Так, ну и все, я распечатываю. И вот я открыла саму картину, посмотрите. Для такого размера, конечно же, картинка будет не совсем детальная. Но все равно вполне прилично она будет выглядеть. Потому что я видела ее в готовом виде у
Мариночки. По-моему, Мариночка. Не знаю, поправьте, если я ошибаюсь. Вполне прилично смотрится. Так, значит, я перемерила само изображение. Значит, здесь в ширину у нас не хватило 5 миллиметров, и в высоту не хватает сантиметра. Это чистое изображение, я вам говорю. Ну, есть клеевая основа с запасом. Все это можно доложить, и все будет нормально. Вот, смотрите, да? Видно, значит, все у нас будет в голубых оттеночках. Это у нас все вот море, значит, гора, небо, облака. И в коричнево-желтых тонах. Это, значит, сами здания. Все, вот такой вот. Такая вот красивая улочка, ведущая к морю. Сразу захотела сюда попасть и поваляться на пляже, позагорать. Так, еще раз покажу, как выглядит, будет в готовом виде картинка. Вот так. Красота. Вот. Так, ну и давайте же посмотрим на саму пропечаточку, на символы. Посмотрите. Все читаемо, все видно, различимо. Видите, да? Ну, у Эвершайн обычное дело, с этим проблем нету. Ну, по крайней мере, мне не попадалась такая проблема у него. Вот. Все хорошо видно, все значки хорошо пропечатаны. Так, ну все, вроде бы рассказала, показала. На этом буду с вами прощаться. Заходите на мой канал, подписывайтесь, кто не подписался, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.